Доброе утро, уважаемые трейдеры! Приветствую вас на торговой сессии вторника. Снова мы на финансовых рынках и разбираем фундаментальные события минувшего дня. На самом деле за торговую сессию понедельника ничего нового, в принципе, на рынках не произошло. Были надежды на слухах о том, что якобы США возобновили переговоры. США надежды на то, что страны после такой конфликтной и пятницы, когда они обменялись пошлинами на взаимном характере, были надежды, что страны смогут договориться. Однако Китай не подтвердил информацию о том, что США выходили на них для того, чтобы найти общий язык. И, в принципе, после небольшого всплеска интереса к рисковым активам, даже нефтянка вчера локально откатывала вверх, все снова развернулось и пошло вниз. Спросом продолжили пользоваться защитные инструменты, нефть вниз. И сейчас, вот, например, за исключением вот евро и фунта, мы наблюдали то, что рынок весь падает. На текущий момент мы наблюдаем также похожую динамику и в рамках евровалюты. Ну, давайте по основным финансовым активам. Начнем мы с нефтянки 58.41. В принципе, тот же уровень, что мы видели и день назад. Я напоминаю, друзья, что после того, как Китай принял решение ввести пошлины против США на сумму 75 миллиардов долларов, и после того, как США ответили Китаю, стало ясно, что уже пройдена та самая фаза, когда можно было еще рассчитывать на возобновление переговоров. И мы тотально уже говорим о самой настоящей полноценной торговой войне со всеми вытекающими отсюда последствиями для темпов мирового экономического роста и показателей спроса на углеводороды. Morgan Stanley, всем известный инвестиционный банк, на котором мы периодически ссылаемся в оценке разных ориентиров по ключевым торговым идеям, отметили, что если с сентября со стороны Китая в адрес США и потом уже с октября со стороны США в адрес экономики Поднебесной все-таки вступят в силу эти пошлины, то мировая экономика окажется в состоянии рецессии довольно-таки быстро, в перспективе 6-9 месяцев. Поэтому нас ждут не самые радужные времена. Я предупреждал вас, друзья, что, скорее всего, такими вот действиями обоюдного характера приближается глобальный финансово-экономический кризис, даже с учетом цикличности экономики и всех процессов, которые протекают в ней. Я думаю, что время уже пришло к каким-то новым экономическим потрясениям. Вот в данном случае триггером, катализатором для этих изменений и для ухудшения экономической конъюнктуры как раз и выступили действия США и Китая. По другим факторам, которые также должны оказывать давление на нефтянку, я отмечал, что есть еще и запасы, которые даже несмотря на периодическое сокращение, все равно превышают уровень 2018 года. Поэтому в случае, если мировая экономика окажется вот в том плачевном состоянии, которое мы прогнозируем, то, соответственно, перепроизводство будет еще одним фактором, который продолжит топить нефтянку. Цель, друзья, сохраняется прежняя – 55 долларов за баррель. Доллар-иена снова мы откатываем, снова мы приближаемся к поддержке 105, котировки 105.70 на текущий момент. Конечно же, на рынке преобладает спрос на защиту, потому что все пытаются понять, как быстро и как скоро наступит вот такой вот конец экономического характера, для того, чтобы можно было уже, наверное, начинать новый период в истории и прогнозировать последующие этапы оздоровления. То есть сначала нужно оказаться вот в этой пропасти. Я думаю, что доллар-иена еще хорошо сходит вниз. Bank of America считает, что до конца этого года можно придерживаться цели 100 йен за доллар. Я разделяю эту позицию, друзья. Если вас интересуют долгосрочные взгляды, именно туда мы и идем. Против доллара в тандеме доллар-иена не только укрепление и повышенный спрос на иену, но еще и ожидание того, что ФРС будет снижать процентные ставки. Напомню, что в пятницу Пауэлл не дал, конечно же, четких сигналов того, как будет действовать дальше, но допустил, что смягчение экономической политики, скорее всего, будет продолжено и будет опираться соответствующим образом на макроэкономические данные. То есть, если статистика будет выходить все хуже и хуже, вероятность таких действий со стороны ФРС увеличится. И вчера, в принципе, заказаны капитальные товары 0,4% с полутора. Я думаю, что в целом можно делать вывод
о том, что показатель прошлого месяца не дотянул до уровня позапрошлого, это негатив. В целом, также заказы на товары длительного пользования вовсе оказались в отрицательной зоне. Это еще один негативный момент. До конца этой недели нас ждут еще годовые данные по ООП. Если и они разочаруют, то в сентябре уже точно будем готовиться к снижению процентной ставки. В общем, по доллару иене. Конкретные сделки я бы сейчас пока не называл, точнее уровни для входа, но для тех из вас, друзья, кто держит все-таки короткие позиции, это правильный подход. Если вы ищете уровни входа, ну, будут они тогда позже. Евро против доллара, снижаемся. Снова мы на отметке 1.11, как и ожидал, вчерашние данные по бизнес-оптимизму разочаровали. Сегодня в 9.00 уже совсем скоро выйдут данные по темпом экономического роста Германии, и, судя по всему, статистика разочарует, и завтра мы с вами будем говорить о рецессии и еще одной причине, почему евро неизбежно окажется очень скоро на отметке 1.10, пройдет этот уровень и нацелится на значение паритета. Фунт против доллара 1.2215, снова негатив у нас по Брекситу. После встречи большой семерки очень много было сказано о том, в каких реалиях может оказаться Англия, если не будет сделки с Европейским Союзом. В принципе, эти мрачные прогнозы никак не повлияли на риторику Бориса Джонсона, который остается верен своей прежней позиции. Если не будет пересмотрено положение по границе Северной Ирландии, не будет, соответственно, сделки и с ЕС. Дональд Туск, который всем известен как человек, который возглавляет Еврокомиссию, тоже довольно жесткой позиции стал придерживаться, считает, что никаких мини-сделок с Англией не будет. И если Англия настаивает на том, что без Европейского Союза в условиях отсутствия доступа к единому европейскому рынку будет легче и лучше, ну, тогда им необходимо покинуть Европейский Союз. В общем, друзья, страсти накаляются, политический риск сохраняется. Я надеюсь, вы знаете, как использовать это в торговле британским фунтом. Американский фондовый рынок 2879 пунктов. Думаю, что вопрос теста поддержки 2800 пунктов – это вопрос ближайших дней, потому что американская фонда на фоне явного ухудшения настроения под конец вчерашней торговой сессии пока что отреагировала на очень вяло на факт того, что нету пока предпосылок и возможности говорить о потенциальном нахождении общего языка между США и Китаем. Если нет предпосылок, тогда нужно держать короткие позиции. Австралиец против доллара 0.6756. Сегодня давление на австралийца оказали комментарии зам управляющего банка Дебеля, который отметил, что австралиец, да, слаб в последние недели, но, скорее всего, продолжит снижаться, да и в целом слабая австралийская валюта, она создает больше преимуществ для экономики. Это прямые и дословные переводы. Мы знаем, что австралиец будет идти ниже, исходя из мягкой экономической политики и того, что происходит и произойдет дальше с Китаем из-за тесных торгово-партнерских связей. И доллар-канадец, пока мы откатили от сопротивления 1.33, друзья, 1.3236, у нас еще есть один козырь. Это статистика, которую мы ожидаем по Канаде в эту пятницу. Соответственно, данные по прогнозам пока что прогнозы меняются. Я думаю, что в целом мы увидим не самые лучшие цифры и будем рассчитывать на то, что этот отчет как раз вернет на рынок нашу, друзья, идею того, что и Банк Канады также будет вынужден смещать экономическую политику. Поэтому я делаю ставку сейчас на снижение нефти, на слабый релиз и поэтому сохраняю длинные позиции с ожиданиями закрепления пары доллар-канадец выше уровня 1.34. На этом, собственно, все. Большое спасибо за внимание. Всего доброго. До свидания.